6 сентября в 5 районах области Абай зарегистрировано 9 степных пожаров. Самый крупный пожар выявлен в Урджарском районе. Пожарные принимают меры для полного тушения огня. По их словам, горный рельеф участков затрудняет работу. В Урджарском районе остается неликвидированным природный пожар, площадь которого составляет 5960 гектар. На данном участке распространение огня остановлено, пожар локализован. Ведутся работы по его полной ликвидации. В ликвидации задействовано 321 человек, 39 единиц техники, а также вертолет Ми-8 с водосбрасывающим устройством. Угрозы населенным пунктам и перехода пожара на приграничные территории соседних государств не имеется. Ранее мы сообщали, что пожары произошли в Урджарском, Абайском, Жарминском, Аксуатском и Бескарагайском районах области Абай. При тушении пожара в Жарминском районе в Божекурском сельском округе трое спасателей получили сильные ожоги и были доставлены в больницу. Один из них погиб, а еще один находится в тяжелом состоянии. По словам начальника департамента по чрезвычайным ситуациям области, огнем охвачено 7 тысяч гектаров. Всего на борьбу с пожарами было мобилизовано 608 человек и 94 единицы специальной техники. Всего в период с 6 сентября по 9 сентября текущего года по области Абай зарегистрировано 9 природных пожаров на общей площади 7 тысяч гектар и 27 загораний сухой травы на общей площади порядка 1000 гектар. В настоящее время отряд гражданской обороны и сотрудники оперативного штаба продолжают работу по полной ликвидации огня. Манарбек Шапагатов поблагодарил горожан за оказанную поддержку в тушении пожара. Асель Айдар, Султан Махмутова, Нурлан Уразалин, телеканал «Семей».